Итак, всем привет! Вы на канале Краб-Краб-Коробочка, а я хочу вам показать товары для дома от финского бренда. И здесь это семейная компания, которая уже 70 лет на рынке в Финляндии находится. И давайте посмотрим, какую красоту они предлагают. Друзья, давайте начнем смотреть. Это вот хозяева этой фирмы. Они ездят на различные выставки и выбирают для своего магазина товар. Они сотрудничают со многими брендами. И давайте посмотрим, какую мелотень они продают. Такие красивые стенд я нашла, сейчас вам покажу. Все для дома, товары для дома, украшения такие, свиночки. Так, очень такая красивая, смотрятся они классно. Так, посмотрим, сколько те олени там. Ага, такие вот олени 9,90. Угу. Ой, еще я нашла вот такую красивую вазочку. Смотрите, новогодняя такая. Такая сова, держит на такой подсвечник, как вы видите, за 22 евро там. И вот так она тоже продается, но не могу найти цену я. Вот такая атмосфера в магазине. Хочу показать вам еще и эту красоту. Такие золотые свечечки. Вот, видите? Так. Ну, такие тоже подсвечники очень красивые довольно-таки. Здорово. Очень красивые. А вот какие еще свечки тоже такие красивые. Угу. А, и вот это вот такое продается. 6,90 такое стоит. Такое вот стелить на стол. Такое золотистое все получается. Красивый подарочек, получается подсвечник, такая украшенница и птичка. Так, вот такие еще красивые тут птички. Довольно такой интересный магазинчик. Еще такую тут тоже красоту, это такие подсвечники. Это тоже, вы видите, подсвечник такой. И тут такие палочки, как для украшения. Такие тут красивые тоже свечки. Очень красивые свечечки, да. Смотрятся они очень красиво, как зимняя сказочка такая. Тут еще такие красивые воробушки. Вот. Вот какую красоту я еще нашла. Это для свечей, чтобы на улице. Сюда вот вы ставите свечку, и на улице будет гореть свеча вот в таком прекрасном подсвечнике. Ну, просто очень красиво. И вот тут такие маленькие подсвечнички. Такие еще украшения для свечей, для обрамления свечей. И вот как можно украсить этими птичками подсвечничек. Ну и вот такую красоту, такие деревца красивые. Внизу стоят вот такие красивые слоники. Угу. Красивые такие деревца. Еще для дома такие. Какая-то почка написана. Что-то. Такие ангелочки различные. Красивые коробочки для печенек и для сахара. Нашла украшения на дверь, как говорила, финны любят на дверь что-то такие украшения вешать. Такое интересное. И такая же вот белая. Еще вот таких красивых бульдогов. Цены такие тут недорогие.
Вот какой черный красивый. Ну, довольно-таки они такие большие. Угу. Вот такие вот свечечки кругленькие. И еще вот такие вот свечки с какими-то мешутками все. Видите, такие копилочки единорогов. Единороги сейчас это очень модно в Финляндии. Вот я вам покажу, какие они миленькие. Такая вот еще сумочка тоже с единорожками. Так, что еще такое? Обе стопоры, это чтобы двери не закрывались, такое подкладывать что-то. Тоже все меняет. Тоже это очень как-то модно. Вот такие еще маленькие кошелечки здесь. My Little Pony, такой небольшой детский отдел. Вот еще бы хотела показать такие, как подсвечнички, видите? Они очень красиво смотрятся, в кадре это не так видно, но они действительно очень красиво смотрятся. Вот покажу вам таких куколок, 9,90 они стоят. Такие гномики или куколки. Еще вот такие гномики. Такие красивые вот украшения там, чтобы делать. И вот еще очень красивые такие сердечками белые гномики, миленькие. Такие свечи большие, покажу вам сейчас. И цветочками. Ну, вроде бы они как бы не пахнут. Такие красивые подсвечники. Видите? Такие еще в виде вот такой короны. Угу. Тоже такая подсвечка. Ну, это вот на улицу ставить, чтобы не задувало свечу. И такие вот вазы. Очень интересно, такие подсвечники нашла. И такие же уже побольше. Какая интересная вешалка для украшений. Я думаю, это что-то такое. Какая еще коробочка для хранения чего-то там. Ну, просто такая вот коробочка. Красивый коврик я нашла для ванны. И вот видите, тут даже такие стразики, надо же. Для Финляндии это нетипично. Ну и тут разные принадлежности для ванны, посмотрим. Для мыла. Такое оно как каменное, что-то такое. Тоже для, наверное, туда эти вставлять зубные щеточки ставить. Вот такие красивые есть. Тут с какими-то надписями тоже. А, такие стаканчики споласкивать рот, после, когда зубы чистишь. И вот такое для мыла. Есть такой стенд с различными искусственными цветами. Еще вот такие тоже необычные. Ну, смотрятся они очень реалистично, я бы сказала. Вот еще есть тоже такие веточки золотые. И они довольно-таки длинные такие получаются. Ну и это просто вот искусственные цветочки. Такие какие-то непонятные цветочки, они как бы идут следами, что ли, там получается. Видите, они там немножко светятся. И получается вот такая красота у вас дома будет стоять. И немножечко светиться. Красивое какое дерево, тоже оно так светится, как вишня, что ли. Красиво смотрится. Это вот большое дерево, но оно очень такое высокое, длинное, и тут такие как будто бы птички сидят, но это уже птички, конечно, отдельно нужно купать. Вот так оно смотрится. Парочку свечек покажу,
такие симпатичные, свечки круглые, со снегириками такими. Вот еще такой красивый тут стенд они сделали. Ну, это все я показывала, сколько что стоит. Различные еще картины очень красивые. Такой олень интересный. Головы оленя получается. Итак, дорогие мои, мы были в таком замечательном магазинчике. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада всем новым друзьям, что всем хорошего настроения. Всем пока и увидимся на канале.